Очень невнятный разговор. Я проглатываю слова. В принципе, языки заплетаются. Нечеткая речь, и я тараторю. Ну вот, это моя ошибка. Хочется изменить речь, но, по крайней мере, убрать слово «блядь». Оно у меня прям пролетает, прям ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я не успеваю сказать новое слово, у меня через слово «блядь». Это как было на голосовании, как было, на выгоне. Я сейчас спрашиваю, блядь, я отвечаю вот даже сейчас. Вот, я стала замечать это, но не так. А со стороны это выглядит очень омерзительно. И я сказал слово «блядь», когда обращался к преподавателю, «блядь», слово, и мы все начали смеяться, я не поняла, почему. Я такая, типа, вы смеетесь, они такие, ты сказал только что слово «блядь», за... Из трех слов у тебя было слово «два». И я такая... Как это получается, честное слово. Хочу выбрать это слово, хочу много еще каких слов паразитов выбрать. И в целом просто маленько надо угомонить речь ее, свою речь, чтобы она была не такой таратроливой, а, скажем так, внятной, грамотной и словарный запас пополнить.